Добрый день, друзья. Еще одна мировая легенда олимпийского бокса, чемпион мира и Европы Рахим Чекиев обратится к нашему губернатору Нижегородской области Глебу Сергеевичу Никитину. Глеб Сергеевич, я знаю, что вы много делаете для развития региона. Небольшая просьба помочь нашему чемпиону мира Андрею Гоголеву с постройкой спортивного зала бокса. Специализированного зала бокса. И для развития бокса в вашем регионе это спорт больших, высших достижений, спорт, где занимается многочисленная миллионная армия наших поклонников бокса. Поэтому очень важно именно Нижнем Новгороде, на богатой исторической земле Нижнего Новгорода развивать наш любимый вид спорта, вкладывать в него, чтобы молодежь занималась, росла сильными, целеустремленными, волевыми людьми, были нашими патриотами своей страны и были защитниками своей Родины. Большая просьба в вашем регионе построить зал бокса и чтобы наши чемпионы могли развивать. Чтобы дети пошли заниматься. Да, пошли заниматься бокс и развивали бокс. Спасибо.